Во-первых, здесь разные, то есть три цвета: красный, желтый, зеленый. То есть это разные степени, ну, опасности. Да. Патроны вот такой накручиваются туда. Я понял. И выстреливаются. А какой компас удобный самый? Корректный вопрос. Удобный или неудобный — это неправильный вопрос. Ну, значит, есть вопрос профессиональный, непрофессиональный. Mm-hmm. Вот это правильный вопрос. Я не умею пользоваться, значит, хочу научиться. А, понятно. Если не умеете пользоваться, возьми такой. Ну, в общем, у меня такой есть. Не лишено смысла. Но я бы все-таки сказал вот такой. Вот он все-таки профессиональный, то есть он выполняет все функции, которые может делать компас. Учиться, в принципе, надо работать с компасом. Потому что с этим можно определить только там север-юг, восток-запад. Ну, грубо говоря. Вот с этим можно работать нормально. То есть можно работать с картами. Чье производство сколько стоит? Это производство Гонконг. Стоит он 700 рублей. Это жидкостной компас. То есть он, ну, собственно, он сделан с военного компаса. Вот он может выполнять все функции профессионального компаса. Понял, спасибо. Еще посмотрю.